Здравствуйте! В эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». В Доме правительства прошло окружное заседание представителей органов государственной и исполнительной власти субъектов Северокавказского федерального округа на тему «Готовность медико-генетической службы регионов к новым подходам развития системы здравоохранения России». Организаторами заседания выступает экспертный совет Комитета Государственной Думы по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям, Национальная ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» и Комитет по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Карачаева-Черкесии при поддержке Комитета по охране здоровья Госдумы России. Окружное заседание направлено на обсуждение вопросов готовности округа в рамках законодательной и нормативно-правовой базы к оказанию комплексной помощи пациентам с редкими и генетическими заболеваниями в условиях расширения программ скрининга, усиления первичной и медико-генетической службы регионов. Мы приехали в Черкесск, в Карачаево-Черкесию для проведения окружного заседания, которое будет... Мы пригласили на него 7 регионов, это Северокавказские республики, для того, чтобы обсудить готовность медико-генетических служб регионов к новым реалиям, которые у нас сейчас будут на территории Российской Федерации, это расширение скрининга на 36 заболеваний, новые заболевания, новые мутации, введение нового МКБ-11, которое придет и принесет нам гораздо более широкий список заболеваний, редких заболеваний, но мы все прекрасно знаем, что эти заболевания не настолько редкие, потому что они есть практически в каждой части медицины. Это единично они редкие, но в целом их достаточно много. И мы понимаем, что сейчас эта тема уже настолько на государственном уровне, что мы готовы делать программы по редким заболеваниям, но для этого нам очень нужна готовность, потребность регионов, что им нужно для того, чтобы сделать качественную диагностику по этому направлению. Что, хватает ли технических средств регионов, хватает ли кадров в регионах. Все это мы будем обсуждать. Более 220 тысяч жителей Карачаева-Черкесии привились от коронавируса. Это составляет 76% от плана иммунизации. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычному графику работы. Черкесская городская клиническая больница вернулась к штатному режиму с сохранением 20 ковидных коек. Подробнее об этом вестям рассказала заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Тамара Кипкеева. В Карачаево-Черкесской республике заболеваемость по новой коронавирусной инфекции пошла на значительный спад. В среднем за неделю у нас регистрируется не более 7 случаев заболевания. Это в целом по республике. Из них на стационарное лечение в сутки может попасть максимум один пациент. И в течение последней недели мы отмечаем, что в целом за неделю у нас поступило 4 человека. В связи с тем, что отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, у нас, соответственно, прошли и преобразования в сети дополнительных инфекционных госпиталей, которые мы разворачивали в период подъема заболеваемости. В самые пиковые периоды заболеваемости у нас функционировало 7 госпиталей с общим коечным фондом 1280 коек. На сегодняшний день как таковой госпиталь у нас уже не функционирует. Мы оставили только 20 коек для лечения больных, которые нуждаются в стационарном лечении, как для взрослого, так и детского населения. 17 коек для взрослого населения и 3 койки для детей. В этой связи, соответственно, были преобразованы и изменено и штатное расписание функционирующего отделения с учетом того, что там остались у нас обязательно реаниматологи, поскольку у нас
6 человек лежат в реанимационном отделении. У нас остались педиатры для оказания медицинской помощи на случай поступления детей. Также у нас на базе данного отделения остаются еще койки для оказания медицинской помощи беременным, которые у нас являются приоритетной группой среди этих пациентов. И у нас выделены в период подъема заболеваемости, у нас было выделено от 15 до 20 коек именно для лечения беременных женщин, которые еще и страдали новой коронавирусной инфекцией. 20 новых автобусов теперь будут курсировать по улицам столицы Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов лично оценил комфорт обновленного общественного транспорта. За мероприятием на центральной площади Черкесска наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. Центральная площадь региональной столицы. Всего через несколько минут 20 новеньких автобусов отправятся на маршруты. Столь внушительного обновления в городе не было больше 10 лет. Безопасность, вместительность, комфорт. Так можно охарактеризовать общественный транспорт модификации «Доступная среда», в чем убедились руководители республики и Черкесска. Это начало обновления автопарка города Черкесска. Такая же программа у нас сейчас будет по всей республике и по городу Карачаевску, Джигуте. Вот. И здесь, конечно, хотелось бы мне лично сказать слова благодарности нашему президенту, который на наше обращение республики отреагировал. В отличие от всего, что раньше передвигалось по улицам Черкесска, эти автобусы не просто комфортны для проезда, но и удобны для погрузки маломобильных граждан, а также детских колясок. Вместительная задняя площадка как раз предназначена для таких пассажиров. Кроме того, этот низкопольный транспорт российского производства, что не исключено, тоже повлияло на выбор. Они отличаются от старых тем, что очень экономичны, очень удобно для водителя и для пассажиров сделаны. Эти автобусы оснащены пневмоподвеской, и в них установлен весь комплекс необходимого оборудования в виде ГЛОНАСС, эроГЛОНАСС, GPS, тахограф, камеры, записывающие устройства. Каждый такой автобус рассчитан примерно на 50 мест. Из них около 20 посадочные. При комплектации было уделено повышенное внимание как безопасности пассажиров, так и защите от вандалов. Камеры видеофиксации записывают все, что происходит в салоне. Возможно, эта мера в конечном итоге избавит людей от разорванных клочья сидений, сожженных или нереально грязных занавесок. А ведь именно таким в течение нескольких лет порой был общественный транспорт Черкесска. Каким бы комфортным и надежным ни был новый общественный транспорт, в первую очередь сами пассажиры должны помнить, что от них зависит срок его службы. Не стоит превращать автобусы в то, на чем потом придется с возмущением передвигаться по городу. Новые автобусы сегодня отправились по улицам региональной столицы, чтобы внести свою лепту в создаваемый в городе комфорт. И первые пассажиры были приятно удивлены увиденному. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море 2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте chgtrk.ru. Уважаемые граждане! На базе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесской республике организована работа консультативного центра по всем вопросам, касающимся реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида, включая технические средства реабилитации. Первый прием консультативного центра состоится 27 мая по адресу Черкесск, переулок Мотодромный, 14, территория парка «Зеленый остров».
Подробную информацию вы можете получить по телефону. Код 8-8782-2502-13. В ближайшие месяцы в Черкесске заменят более 400 метров магистральных теплосетей, которые были уложены в городе в 80-х годах прошлого века. В настоящее время работы ведутся по улице Красноармейской. О реализации планов и ближайших перспективах ресурсоснабжающей компании в репортаже нашего корреспондента Артура Мхце. Осенне-зимний отопительный сезон пройден, а значит, самое время заняться обновлением ветхих коммуникаций. Комфорт населения в следующий период холодов как раз и зависит от того, насколько эффективно будет использовано теплое время года. Сейчас в Черкесске начались работы по замене тепловых сетей, общая протяженность которых составляет порядка 420 метров. Этот участок от улицы Комсомольская до Первомайская, 27, по улице Красноармейской. А также у нас планируется с 23 числа введение работ по улице Леонова и Грибоедова. Это от улицы Октябрьской до улицы Грибоедова по улице Леонова. Там теплотрасса диаметром 273 мм, общая протяженность 127 метров. А также по улице Грибоедова от улицы Леонова в сторону 25А многоквартирного жилого дома. Там уже 97 метров, теплотрасса 325 мм. Ремонтные работы по улицам Леонова и Грибоедова начнутся несколько позже. В настоящее время по Красноармейской строители удалили из-под земли около 200 погонных метров старых труб, которые укладывали здесь еще в 80-х годах прошлого века. Затем на их место были помещены новые из более прочного материала. Еще бы сами граждане понимали важность проводимых работ и не оставляли свой транспорт в непосредственной близости от вырытых участков и строительной техники. А так нередко коммунальным службам постоянно приходится быть в значительной степени аккуратными и в меньшей оперативными. На данном участке вообще введено полное ограничение движения транспортных средств, но учитывая сложившуюся ситуацию, нет возможности такое прямо ограничить полностью движение, потому что кто-то приезжает рано на работу, утром машины оставляют, остаются без присмотра. В такой обстановке как бы справляемся сейчас работать, но когда начнутся работы с применением грузоподъемных механизмов, конечно, нужно быть более аккуратным. Как говорят в ресурсоснабжающей организации, для замены трех участков теплотрассы понадобится более 800 метров трубы. Тепло само по себе не приходит в каждый дом. Для этого требуется немало времени и усилий. Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к создаваемым неудобствам. Артур Мхце, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Исполнилось 100 лет пионерии. 19 мая 1922 года на второй Всероссийской конференции комсомола было принято решение создать одно из самых массовых движений подростков – пионерские дружины и отряды. Несмотря на то, что прошел уже целый век с момента создания организации, День пионерии продолжают отмечать и сегодня. До сих пор ряды пионеров пополняются бывшими октябрятами. Свои пионерские годы вспомнила и Фатима Даурова. Далекий 22-й год. Это было самое начало, когда в юной советской стране впервые зазвучало «Взвейтесь кострами синие ночи! Мы, пионеры, дети рабочих! Близится эра светлых годов! Клич пионера «Всегда будь готов!» Пионерская дружина выстроена в ряд. Знаменосцы торжественно вносят красное знамя организации. Линейку, посвященную столетию Всесоюзной пионерской организации, открывает первый секретарь Зеленчукского райкома КПРФ Роза Чучаева. Она рассказала будущим пионерам, как зарождалось всесоюзное движение, историю возникновения алого галстука, главного символа пионерии, и поведала о подвигах юноармейцев в годы Великой Отечественной. Войны. «Всегда готов» оказался вовсе не пафосными пустыми словами. Когда на родину навалилась беда, они вправду оказались готовыми ко всему. Навеки золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной войны имена героев, пионеров, героев Советского Союза: Зины Портновой, Лени Голикова, Вали Котик, Марата Козей.
Ход линейки разбавила приятная миссия – награждение памятными медалями КПРФ во знаменование столетия СССР, благодарственными письмами парламента России и Карачаево-Черкесии за большой вклад в дело патриотического воспитания представителей школьных коллективов и отдела образования района. Среди них и Людмила Калиниченко, которая более 50 лет в статусе старшей пионервожатой принимает октябрят в пионеры. Мы не прекращали действовать. И я рада, как бы нас ни штормило и что бы ни было. Вот все, я рада, что мое дело не пропало. Пионерия продолжается и будет продолжаться, потому что все в стране прекрасное называется красное. Вот красные галстучки. Я вообще не представляю другого галстучка у пионеров. Для октября от Зеленчукского района принятие в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина – особое событие. К нему готовились тщательно, подтянули успеваемость, выучили клятвы пионера и уже четко осознают, каким он должен быть. Всем помогать. И служить России. И быть ответственным. Я готов носить галстук каждый день. Очень рад, вдохновляет. Я, хочу стать пионером. А что для тебя значит красный галстук? Красный галстук, это символ СССР. Очень рад, что я буду носить галстук. Что для тебя значит стать пионером? Честь. Это для меня это честь стать пионером. И вот апогей праздника – торжественное завязывание красных галстуков в знак вступления в самую массовую авторитетную детскую организацию в мире. 330 октябрят разом стали пионерами. Пионер готов? Пионер готов. Всегда готов надо? Всегда. Вот правильно. А как вы вспоминаете свое пионерское прошлое? Вспоминаю, да. Я, кстати говоря, вступал в пионеры, когда жил на Украине, сейчас у нас в стране. Это было торжественно, приятно. Наши все дети многих национальностей тогда выходили специально, и наши старшие товарищи также вот так нам повязывали галстук. Это было настолько приятно, мы не хотели его снимать, потому что считали это частью нашего знамени, знамени победы. Да такой был уровень патриотизма. В этом году 13 учащихся школ Зеленчукского района будут представлять нашу республику на торжественном построении пионерской организации в сердце нашей Родины на Красной площади в Москве. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Начиная с 16 по 22 мая в течение Всероссийской недели родительской компетентности проходит серия вебинаров, лекций и мастер-классов, которые проводят 105 организаций, участников реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родительскому сообществу федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Работу над этим проектом в нашей республике осуществляет профессиональная команда специалистов из регионального консультационного центра образования номер 11 Черкесска. Альбина Ламкова продолжит тему. Всероссийская неделя родительской компетентности расписана поминутно. Консультации проводят как очно, так и заочно. Результат работы ориентирован на успех. Это удается, так как деятельность специалистов регионального консультационного центра образования осуществляется в непрерывном повышении профессионального мастерства. На нашем, соответственно, вебинаре принимали участие не только представители Карачаева-Черкесии. Нам было очень это приятно, потому что теперь знает вся Российская Федерация о работе нашего консультационного центра. К нам могут обратиться не только жители Карачаева-Черкесии, но и всей Российской Федерации. Кроме того, что на наши вебинары подключались родители, подключались и специалисты. Мы также подключаемся к вебинарам, которые проводят специалисты в других регионах. Центр образования 11, продолжая работу по оказанию психолога педагогической помощи в реализации федерального национального проекта «Современная школа», дает консультации родителям не только индивидуально, как это было ранее, но и коллективно. Это групповые тренинги, вебинары и круглые столы. Рассматриваемые темы в неделе родительской компетентности разные. От детских страхов до правильной организации летнего отдыха. Не переживаешь и полностью доверяешь коллективу,
профессиональному коллективу, который обучит и подготовит. К сожалению, на все это иногда у родителей, большинства родителей не хватает времени, там, средств и много-много чего. А профессиональные педагоги, которые здесь работают, они могут в этом большую помощь оказать, за что огромное спасибо. В текущем году в рамках национального проекта образования специалисты регионального консультационного центра образования 11 дали более 3500 консультаций по всей республике. Мы посетили Хабецкий район и Ужгутинский район. Там мы посетили как детские сады, так и школы. То есть мы видим, что мы охватываем разный контингент наших родителей. Также мы работаем соответственно и с теми, кто хочет взять на воспитание детей, будущих родителей. Мы работаем соответственно с опекунами. Количество предоставляемых услуг специалистами Центра образования 11 теперь не ограничено. Ранее оказывали помощь всего лишь 5 раз бесплатно. Когда мы начали проводить вебинары, мы думали, что родители не будут заинтересованы в групповых работах. Думали, будут стесняться. Оказывается, это родителей сближает и объединяет. Они видят, что эта проблема не только у него одного, у этого родителя. Сообща, вместе с нашим специалистом, они решают проблемы. Вы можете посмотреть, выйти на наш сайт, где все указаны вебинары, которые проходили до этого, соответственно, намеченные в будущем. У нас существует программа, которая разработана до конца этого года, и можете записаться на любой из наших вебинаров и получить сертификат как участник данного вебинара. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Увлекательное путешествие под таким названием в кочегу имени Умара Алиева на базе Института культуры и искусств открылась фотовыставка выпускницы университета Саиды Ефтых. Посвящена она 55-летию института и юбилею автора. Работы фотохудожника представлены на многих всероссийских и зарубежных выставках художественной фотографии. Подробнее о творчестве фотографа расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Ее фотографии создавались в различных уголках мира. На них запечатлены моменты жизни людей и различные уголки красивой природы. Саида Ефтых является доцентом кафедры изобразительного искусства и дизайна Адыгейского государственного университета. Ее работы были представлены в финале всероссийских и международных выставок художественной фотографии. Саиду Ефтых с открытием выставки поздравили преподаватели Института культуры и искусств, ценители ее творчества. Данная выставка совершенно не случайно называется «юбилейной». В этом году совпадает несколько знаковых и очень ярких, красивых дат. Начнем с самого юного. Это наш факультет. Ему в этом году 55 лет. И именно наш факультет всей душой, я так думаю, любит Саида, поскольку именно сотрудничество с нами, это вот просто красной такой ниточкой проходит через все наше общение. Важно отметить, что произведение Ефтых высоко оценили и за рубежом. Она была отмечена многими наградами, в том числе от Союза фотохудожников Болгарии и Фотографического общества Америки, Министерства культуры Адыгеи. Преподаватели Института культуры и искусств КЧГУ говорили о высоком мастерстве Саиды Ефтых и ее художественном восприятии мира. В ваших работах, если тепло, значит, это теплая фотография. Если это строгость какая-то, то графическое вот это вот графические изображения, графический подход, они навевают именно тот дух, который вы хотите передать. И во времени, вот как Наталья Сергеевна сказала, вы и назад можете, и вперед заглядывая, как будто фантаст какой-то вот изображает вот эти вещи. На мероприятии член Творческого союза художников России Саида Ефтых была награждена грамотами за участие в различных конкурсах и за вклад в российское художественное искусство. Их торжественно вручил член Союза художников России Руслан Маршанкулов. Сама Ефтых отмечает, что выставка в Карачаевске является для нее особенной, так как с Карачаевском ее связывают теплые воспоминания студенческих лет. Мы говорим о том, что насколько значимость. Вот эта площадка, которая это моя самая любимая. То есть можно расплакаться, потому что я, насколько, не знаю, упрашивала
маршалку, чтобы здесь быть. Но не упрашивала, просто заикнулась, так сказать, хочу. Потому что для меня это много значит, эти стены. Потому что вот вчера приехали мои сокурсники, вот Марина Бочаева тоже, в числе их я осталась, говорит, давай я останусь даже на открытие выставки. И все, 18, по-моему, у нас было человек, они отдельно меня поздравляли, нас сюда пропустили, слава богу. Так что вот, это было очень приятно. После все собравшиеся окунулись в творческий мир фотохудожника. Каждая работа Саиды Евтых – это передача моментов жизни разных людей и природа разных уголков мира, с которыми может познакомиться каждый желающий. Алихан Ипшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Какими ремеслами владели казаки? Как они изготавливали необходимые орудия труда и конскую упряжь? В Куржиновской средней школе номер 2 прошел необычный урок – в мастерской казака, на котором школьники приобщались к традициям предков. Подробности у Али Баташева. Этот ручной гончарный круг – не исторический экспонат, а орудие производства, недавно сделанное своими руками. А школьник Даниил Еремин – гончар, умеющий делать простейшие изделия и рассказывать об этом. В начале своей работы гончар выбирает правильную глину, которая при обжиге не будет лопаться. Сразу же после этого он осаживает на гончарный круг кусок глины. Потом превращает его в конус и осаживает еще раз, чтобы полностью удалить пузырьки воздуха из глины. После этого он начинает формировать сосуд, вводя рукой вверх и вниз. Между глиной образовывается отверстие. Он засовывает туда 4 пальца и уже формирует сосуд внутри. И так несколько раз, чтобы полностью придать форму сосуду. Здесь все заняты делом, и работа кипит. В импровизированной кузнице молодые кузнецы. После того, как мы придали металлу нужную форму, его нужно остудить. В этой кузне мы изготавливаем подковы. Продаем их на местном рынке или шорнику. Шорник Мухаммад Татаркулов, хоть и не изготавливает сам седло и другую конскую упряжь, но знает о ней буквально все. Это все натягивается кожей, после одеваются тапочки, крылья, битюк и надеваются крышкой. Чтобы седло не падало с лошади, все это натягивается подпругой. А чтобы всадник хорошо сидел, мы делаем специальные стремена, чтобы ездить. И еще есть, чтобы ехать в горы, используют нагрудники, чтобы седло не падало назад. А чтобы седло вперед не уходило, у нас есть нахвостник. Надевается на хвост и натягивается. По соседству с шорником работает бондарь Ярослав Пинчук. Он занят изготовлением бочки. После этого, как мы сбиваем дощечки, я натягиваю резиновый кнут, чтобы придать окружность изделию. После этого я натягиваю железо, чтобы закрепить. После этого я проверяю ее на герметичность. Если она не пропускает воду, я ее отдаю на продажу на базар. Демонстрация основных казачьих ремесел сопровождается увлекательным рассказом учителя. Постарались воспроизвести казачий быт начала 19 века, чтобы дети непосредственно сами руками прочувствовали, как это происходит, что делается. Когда производишь руками, пропускаешь через голову, все очень хорошо запоминается. Сами ребята как на это сначала отнеслись, может, как-то быть? Отнеслись очень хорошо откликнулись, уговаривать не пришлось. Им было интересно. А как вот умение руками работать, оно во все времена сгодится? Или даже отжило все свое? Нет, даже в наше время, во время научно-технического прогресса, все, что делается руками, очень ценится. И любой мужчина, который что-то умеет делать руками, он сам чувствует себя мужчиной, и он... Ну, это престижно для него. Ребята признаются, что урок в мастерской казака запомнится им надолго. Второе интереснее. А почему? Ну, потому что это более ближе к работе. А на уроках мы меньше так работаем. Ты бы хотел, чтобы больше таких уроков проходило, да? Мир казачьей культуры – это еще удивительные танцы, обряды, песни, которые помогают ребятам лучше узнавать историю своей родины и любить ее по-настоящему. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.
В Учкекене прошел открытый турнир по плаванию. Состязаться в мастерстве по преодолению водных дистанций съехали свыше 200 спортсменов из 4 субъектов СКФО. О соревнованиях и победителях в репортаже Ахмата Халкичева. Это первый за постпандемийный период такого масштаба спортивные соревнования в стенах спорткомплекса «Малый Карачай». Идея открытого турнира именно по плаванию принадлежит руководству местной детско-юношеской спортивной школы «Чемпион». Спортивные состязания приурочены трем знаменательным датам – столетию Карачаева-Черкесии, 65-й годовщине возрождения карачаевского народа и окончанию священного поста мусульман Ораза-Байрам. Уровень очень хороший. Есть дети, которые в своей возрастной категории занимают первые места в России в рейтинге. Вот Пятигорская команда, там Ставропольский край. Есть дети, которые занимают реально первые в рейтинге первые номера. Соревнования очень хорошие. Там. То есть обмен опытом Да. В открытом турнире участвовали лучшие пловцы нашей республики, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольского края. У них была самая представительная делегация. За золото соревнований приехали бороться воспитанники трех детско-юношеских спортивных школ Пятигорска, также Ессентукской школы Олимпийского резерва и пловцы из Кисловодска. Однако, несмотря на крайне высокий уровень конкуренции, спортсмены Карачаева-Черкесии настроены исключительно на победу. Софья Семенова приехала из Черкесска. Она точно знает, что необходимо для того, чтобы показать отличные результаты. Нужна сила, устойчивость, техника должна быть определенная. Мои возможности я оцениваю достаточно хорошие. Первые медали высшей пробы не заставили себя долго ждать. В числе первых отличившихся Карима Тамбеева. Для юной пловчихи, как она сама признается, эта победа, тем более в родных стенах, далась не особо тяжело. Спортсменка и ранее выступала на различных соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Соревнования мне очень понравились. В 100 комплекс я плыла. Что тебе помогло, на твой взгляд, раздобыть эту победу? Упорные тренировки. Как без этого? То есть получается секрет упорных тренировок? Ну, не только, ну и заслуга тренера еще. Виталий Сергеевич Колосов. После подведения итогов работы судейской коллеги призовые места в турнирной таблице распределились следующим образом. На первом месте по количеству заработанных медалей пловцы из Ставропольского края, на втором спортсмены Карачаева-Черкесии и замыкают тройку лидеров представители Северной Осетии. Как поведали организаторы, в планах сделать этот турнир традиционным. Ахмат Халкичев, Максим Долгов, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Впереди новые трудовые будни. И пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. Свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ, на womanplus.info.